Транспортный коридор «Север-Юг» позволит на 10 суток сократить время доставки грузов из Санкт-Петербурга в страны Персидского залива по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума. Он также выразил уверенность, что проект будет реализован. По словам главы российского государства, вопросы сроков и стоимости уже почти доработаны. Он отметил, что интерес к вложениям в коридор уже проявили внерегиональные инвесторы, в том числе суверенные арабские фонды. Помимо российского руководства проект поддерживают власти Азербайджана и Ирана. Там есть вопросы, которые требуют дополнительного исследования. Какие участки, как мы будем, в том числе по территории Азербайджана, какие участки и как мы будем финансировать? Будет ли это кредит, будет ли это напрямое финансирование со стороны России? Значит, как это будет стыковаться с теми ответвлениями, которые пойдут на запад по территории Азербайджана? Затем нам нужно все доработать с нашими иранскими партнерами и друзьями. Как мы там будем строить эту колею? Она будет широкой или будет, значит, узкой колеей, которая проложена по территории Ирана? Но самое главное в том, что все настроены на реализацию.